Жозеф Мьёци любит спорт. После аварии, в которой он попал на мотоцикле, мужчина в течение долгого времени работал над изобретением трицикла «Бенгур». В таком трехколесном электрическом велосипеде заинтересованы люди с ограниченными физическими возможностями, а также местные власти и компании. Его можно использовать по-разному, так как, по сути, это инклюзивное транспортное средство. Благодаря ему мы, наконец, можем многое сделать. Его можно применять как транспорт для небольших и легких перевозок по городу, например, доставить детей в школу. На нем можно прогуляться вокруг озера или по Виароне с ребенком. Туда можно положить покупки или продукты для пикника. Тема мобильности сегодня очень важна. Для меня в жизни есть две самые важные вещи. Во-первых, просто дышать, чтобы жить. И второе — это мобильность. Если мы не двигаемся, то сталкиваемся со всевозможными проблемами. Это личный, профессиональный и социальный вопрос. Движение — это часть человеческой природы. Поэтому Бенгур создан для того, чтобы каждый мог свободно и независимо передвигаться. Вот уже 3 года, как я занимаюсь этим проектом, и ежедневно черпаю энергию от простых встреч с моими клиентами. Когда человек пользуется трициклом и говорит мне: «Жозеф, это великолепно, это здорово, я могу передвигаться». И что очень важно, когда я использую трицикл, у людей меняется взгляд на инвалидность. Они смотрят на меня по-другому. Так что все эти маленькие послания, которые я получаю от пользователей каждый день, помогают мне, естественно, двигаться вперед.